Приветствую вас, подписчики. Приветствую вас, гости канала. Итак, запускаю онлайн-ритуал. Это чистка вашей судьбы от порчи давней, от сглазов давних, от перекрытых давних дорог и вообще от разного рода остаточных явлений, от разных порч, которые были на вас. Сейчас попытаюсь, пока я подготавливаюсь, попытаюсь объяснить. Смотрите, допустим, кто-то на вас наводил порчу, вы благополучно почистились, но у вас остались, допустим, какие-то уже испорченные жизненные дела той порчей, которая была на вас насланная. Данный ритуал, во-первых, восстанавливает те дела, но... Если их, конечно, уже возможно восстановить, еще возможно восстановить. Вот. Если невозможно восстановить, то судьба повернется так, что взамен того, что вы потеряли, вы получите что-то новое, равносильное этому. Далее, данный ритуал снимает порчу давнюю, которая на вас была. Данный ритуал снимает зависть давнюю, которая на вас была. Давняя здесь имеется в виду от сегодняшнего дня, отсчитываем на 8 лет назад, но не более того. Так, делать только лишь сам для себя, это исключительно. Для других, для своих близких вы его сделать не сможете, поэтому если вы все-таки хотите помочь своим близким людям, то отправьте лучше им ссылочку, чтобы они сделали сами. Так, а далее, что еще хочу сказать вам? Что вам надо? Во-первых, работаем чисто на моей энергии, но не только. С вас тоже кое-что нужно будет. Поэтому, как говорится, лайк и подписка на канал – это минимальнейшая ваша благодарность силам, а не мне. Далее, вот сегодня вы делаете этот ритуал, правильно? Сегодня же вы ночью, то есть вечером, перед сном, там, либо просто вечером, можно прямо сейчас сразу же, чтобы вы вечером не забыли, берете одно яйцо, можно даже взять из холодильника, нету в холодильнике, покупаете, и кладете на 3 дня его себе в область ног, где-нибудь у кровати, можно под кроватью, можно... Там, ну, куда-нибудь, но главное в область ног, чтобы это было в области ногах. Если у вас домашние животные, просто это яйцо накройте там баночкой, либо чем-нибудь. Главное, чтобы другие люди его не трогали, животные до него не докасались. Не обязательно прям внутрь постели класть, вы его разобьете под кровать, там сбоку, слева, справа, либо еще как-то. Там уже, как говорится, полностью на ваше усмотрение, куда положить. Смотреть данный ритуал нужно 3 дня. То есть сегодня первый день вы положили, завтра второй, яйцо лежит. Послезавтра третий день вы смотрите, яйцо лежит. Все, третий день вы посмотрели, вы яйцо не трогаете. То есть 3 полных дня. На 4-й день вы берете данное яйцо, выходите из дома в любой период дня. Хоть утром, хоть днем, хоть вечером. Разницы нет у вас, сколько вы выйдете. Бросаете это яйцо. Взять его можно любой рукой, положить в пакет, либо что-то. Пришли куда-нибудь на пустырь, безлюдное место. Обязательно левой рукой берете яйцо и бросаете его об землю, чтобы оно у вас разбилось. А бросать можно, допустим, прям в том же самом пакетике, в чем вынесли. Либо вытащить его, разбить. Но главное условие, чтобы оно разбилось. Если, ну вот... Ударили, оно не разбилось, вы можете его поднять и заново бросить, чтобы оно у вас разбилось. Но бросайте так, чтобы остатки от яйца на вас не улетели. Поняли, да? Если улетит там капелька-две, ничего страшного, но старайтесь сделать так, чтобы ничего не улетело. Разбилось яйцо, поверх разбитого яйца бросаете 2-3 монеты, либо 2-3 купюры абсолютно любого номинала со словами «За ритуал». Так, думаю, я все объяснил. Сама ритуальная часть у меня абсолютно короткая. Поэтому много времени у вас не займет. Сразу предупреждаю, первый день, может быть, вам немножко
как-то недомогание вас преследовать, но внимание на это вообще не обращайте, на недомогание. Так. Оно быстро пройдет у вас. Так, подождите, это на ключ, это сюда. Все. Все, все готовы. Когда я говорю имя, называете ваше имя, данное от рождения. Вслух смотреть на огонь. Мы сейчас сожгем с вами узлы эти, узлы эти. Вот. Все, ладно, начинаем. Имя. 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 Имя.
имя. Сейчас каждый смотрит на огонь, и каждый сам своими словами обращается к огню, чтобы огонь сжег всю ту порчу, всю ту нечисть, которая на вас, все эти сглазы, проклятия, все ваши слезы, и чтобы дым от этого огня разнес это все на четыре стороны света от вас. Имя. 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 Скажите аминь. Скажите аминь. Аминь. Скажите аминь. Скажите аминь. Последний этап. Сейчас мы это быстренько все запечатаем.
имя. 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 Скажите аминь. Все, друзья. Итак, смотрите. Напоминаю, кто поздно вошел, перемотайте на начало, либо в плейлист онлайн-ритуала зайдите. Далее. Сделали сейчас ритуал, либо сегодня, либо когда-либо. Обязательно в тот день одно яйцо кладете в область ног. Три полных дня оно у вас лежит. На четвертый день вы выносите его и разбиваете обязательно левой рукой. Все четко подробно будет написано в первом прикрепленном комментарии. Это информационный блок. Делать только сам для себя. К Луне не привязан. Если вы делаете уже другие мои онлайн-ритуалы, подчеркиваю, мои онлайн-ритуалы, то он полностью совместим. Друг друга они не перебивают. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, на канале открылась функция спонсорства. Ссылочка на спонсорство будет в первом комментарии и в информационном, в этом, в описании к видео. Если кто хочет, может подписаться как спонсор. Но это полностью ваше право и усмотрение. Но в России, говорю сразу, эта функция не работает. Все, друзья, всех вам благ, удачи вам и успехов. И теперь для тех, кто не закрыл данное видео, то есть для терпеливых подписчиков, первых 200 человек, кто напишет свое имя в комментариях, когда я это сейчас буду придавать всю земле, и еще у меня здесь вторая ритуальная часть будет, вот, не для ваших глаз, которые, то назову имена этих 200 людей. Но если вы не попадете в это количество людей, ничего абсолютно страшного, если вы сделаете ритуал полностью по правилам, он у вас сработает. Всем удачи!